Сегодня в Бердянске большой праздник. На берегу Азовского моря в ресторанно-гостиничном комплексе «Сан Резорт» будет проходить второй сезон «Бердянск Фэшн Дэй». Участвуем в показе Fashion Day. Тут приехало очень много дизайнеров с разных городов Украины. Наши впечатления, есть такое легкое волнение, но наши преподаватели нас обучили, как это все нужно сделать. Красиво, уверенно, главное. Поэтому мы уверены, что у нас все получится. Малино Beauty Club уже второй сезон является официальным стилистом Бердянск Fashion Day. Нам предстоит сделать более 100 причесок и укладок, которые сочетают в себе элегантность, лаконичность и легкую небрежность. Для нашей команды это настоящий вызов, драйв. Это задача, с которой стилисты Malino Beauty Club уже успешно справились. Сегодня в зоне бэкстейдж вместе со мной работает команда профессионалов, команда выпускников Бердянской Makeup School Марины Лаэр. Вдохновленные коллекциями наших дизайнеров, хотелось бы выделить основные тенденции в макияже сезона осень 2017, зима 2018. Это здоровый цвет лица, это сияющая кожа, это естественная линия бровей, ну и, конечно же, эффект влажных губ. Наш любимый всеми нюд, но интерпретированный на новый лад. Модели волнуются, дизайнеры в предвкушении торжественного открытия Бердянск Fashion Day второй сезон. И вот уже через несколько секунд начнется торжественная часть. В этом сезоне мы удивляем бренд «Вартикян», удивляет творчеством Пикассо. Это лирическая история, история личной жизни Павла Пикассо, его трагедии, его первые влюбленности, большая любовь, расставание. Все это мы увидим в интерпретации, конечно же, тканей, фактур и так далее. Во-первых, основа я красила все ткани луковой шелухой. Это прекрасные бежевые оттенки и отражала игру света и тени. Вообще коллекция для аскетов, тех, кто ограничивает себя в жизни, глубоким мечтателям, тех, кто хотят верить и достичь свою мечту. И, наверное, труд, как благоговение перед жизнью. Thank you.
Конкретная идея легла, да. Это разница между мужчиной и женщиной. Насколько мужчина брутальный, мускулярный, и насколько женщина сексуальная и нежная. Я пытался все это показать в коллекции. Например, нравятся 50-е, 60-е годы, когда ходили наши мамочки, бабушки. Вот тот стиль настоящий, наверное, для женщин. Но должен быть еще, знаете, вот там солнце клеш. Мы когда росли, с сестрой нам шили платье. Белое платье, черный горох, юбка солнце клеш, сзади на бантике, рукавчики, фонарики. Мы и выросли в этом. И наши родители ходили в очень красивой одежде, если посмотреть, и платье. Вот сейчас, наверное, как-то возвращается. Этот стиль возвращается. И нам, ну, мне очень нравится. Моя велика, як море любов. Я навіть зорям завидую, що можу скрізь милувати з тобою. Чим би тебе я не балував, які дарунки тобі не носив. Правду казав чи обманював, ти відхиляла надії мої. Вітер милує пустелі, а сонце поля, море шепоче до скелі. Тільки на світі один не голоблений є. Харків дизайнеров Юлия Дроздик и Алексея Соболева, бренд «Платье Дура, я дура» – это ироничный и несколько гротескный взгляд на современную моду. Апсайклинг – это новое направление для самодостаточных и уверенных в себе людей.
Украинские дизайнеры, они очень талантливые. Очень. Чтобы каждая женщина, девушка оставалась индивидуальностью, не гналась за модой, а находила свой стиль, вкус и чувствовала это, и с удовольствием носила вот эту красоту, грацию, уверенность в себе. Вот так. Второй сезон Бердянск Fashion Day удался, и удался очень успешно. Рада сообщить, что мы начинаем подготовку к третьему сезону Бердянск Fashion Day. Будет очень интересно. До встречи в новом сезоне.